В числе первых Хмельницкий округ вошел в тройку регионов-лидеров по состоянию экономики за минувший год. 5% скидка. В столице региона стартовал проект «Социальный магазин». Вышли в плюс. Мясопродукты отработали в 2015 году с прибылью за счет оптимизации расходов. С итогами этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Хмельницкий округ – регион с социально-экономической устойчивостью. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества, который презентовал блок антикризисной устойчивости субъектов России. Успешнее всего противостояли экономическому кризису в 2015 году нефтегазоносные, сельскохозяйственные регионы, а также субъекты с сильной оборонной промышленностью. В тройке регионов-лидеров по состоянию экономики на минувший год – Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономный округ. В целом в топ-15 – по оценке экспертов Фонда развития гражданского общества, вошли регионы из трех основных категорий. В первой группе регионы, богатые нефтью и газом. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке энергоносителей, у большинства добывающих регионов на протяжении 2015 года сохранилась положительная динамика промышленного производства, отметили эксперты. Во вторую группу входят регионы, занятые в гособоронзаказе. В третью – сельскохозяйственные регионы, вовлеченные в импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности. Федеральное финансирование программ, связанных с поддержкой и развитием коренных малочисленных народов Севера, в этом году снизится. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. В прошлом году общий объем межбюджетных трансфертов на поддержку коренных малочисленных народов составил более 205 миллионов рублей. Из них 126,5 были предоставлены субъектам арктической зоны. На 2016 год в силу сокращения бюджета предусмотрено всего 142 миллиона рублей. Тем не менее, в этих условиях мы сосредоточим финансирование на строительстве столь важных объектов, как школы, больницы, детские сады, спортивно-культурные объекты в местах проживания аборигенных народов, отметил Дмитрий Рогозин. Коренные малочисленные народы проживают сейчас в 28 субъектах России. Территории 8 из них включены в арктическую зону. Администрация региона планирует снизить нагрузку на бюджет путем реализации механизмов государственно-частного партнерства. Речь идет об объединении ресурсов власти и бизнеса в сферах по оказанию услуг населению. В качестве примера на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности привели пример жилищно-коммунального хозяйства региона. По словам экспертов, это одна из отраслей, которую округ может передать в управление бизнеса, но только при выполнении определенных условий. Одно из них – инвестирование в развитие и модернизацию. Наряду с жилищно-коммунальным хозяйством в перечень приоритетных отраслей для развития государственно-частного партнерства включили энергетику, транспорт, образование, здравоохранение и туризм. Перечень разработан и утвержден в соответствии с дорожной картой по развитию институциональной среды в сфере ГЧП. Вы все видели новость, что разрабатывается предложение по передаче турцентра. Это как раз есть одна из форм государственно-частного партнерства. Что касается объектов жилищно-коммунального хозяйства, обращаю внимание – смысл государственно-частного партнерства и смысл заинтересованности органов государственной власти в реализации именно ГЧП – это снижение нагрузки на бюджет. Если это касается объекта коммунальной инфраструктуры, значит, предприниматель должен доказать, чем он лучше владельца государственного предприятия либо акционерного общества. То есть это должен быть оптимизированный, сниженный тариф, обоснованный. Сегодня на законодательном уровне региона подготовлен проект поправок, который актуализирует нормативный акт ГЧП. Создается специальная рабочая группа. Далее планируется создать систему мер стимулирования инвестиций в ГЧП-проекты, которая будет включать в себя выделение земельных участков, предоставление налоговых льгот, субсидий и преференций, оказание правовой, информационной, консультационной и иной поддержки. Как отмечают эксперты, реализация ГЧП станет возможной только тогда, когда будет определен перечень конкретных объектов. В этой связи предпринимателям предложили выразить свои пожелания о возможности участия в проектах государственно-частного партнерства. Надо понимать, что нельзя просто прийти, там, допустим, с улицы, да, не имея средств, и сказать, что вот это я хочу эксплуатировать там, и извлекать прибыль. Потому что любая и концессия, и любое соглашение о партнерстве, оно предполагает не только снижение издержек бюджета на содержание этого, да, но и инвестиционную составляющую. То есть необходимо будет там привлекать кредиты и это улучшать это имущество, а не изношенные сети, так сказать, убить до конца и все, и потом с этой темы уйти.
Стоит отметить, что сегодня в Ненецком округе нет ни одного проекта государственно-частного партнерства, хотя соответствующая нормативно-правовая база была разработана еще в 2011 году. В России этот механизм работает уже более 10 лет. ГЧП-проекты реализуются прежде всего в транспортной сфере и коммунальном хозяйстве. Самый успешный ГЧП-проект в масштабах страны – реконструкция и модернизация аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Процесс проходил при совместном участии бизнеса и власти. Но стоит отметить, что государственно-частное партнерство – это не только передача уже существующего имущества на правах концессии, в аренду или по соглашению о партнерстве, это также и совместное строительство и эксплуатация новых объектов. Так наши соседи на Ямале запустили первый ГЧП-проект в 2014 году. В рамках соглашения, подписанного между правительством региона и группой строительных компаний ВИС, предусмотрено возведение 6 общеобразовательных учреждений в Салехарде, Новом Уренгое и других населенных пунктах Ямала. Задача Ненецкого округа сегодня – проанализировать имеющиеся у региона ресурсы, изучить заинтересованность со стороны бизнеса и предложить к реализации конкретные ГЧП-проекты. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Вышли в плюс. Мясопродукты подвели итоги работы за 2015 год. Показатели радуют. По сравнению с прошлым годом, предприятие показало положительную динамику. Удалось снизить расходы по ряду статей, в том числе снизить транспортные издержки. Это полностью заслуга нового руководства акционерного общества, отметил глава региона, заслушивая доклад руководителя мясопродуктов Тамары Крицкой. Финансовый результат предприятия в 2015 году составил 8,5 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 6,4 миллиона. Отмечу, что в 2014 году деятельность мясопродуктов была признана властями Ненецкого округа неудовлетворительной. Выручка предприятия тогда составила 560,7 миллиона рублей. Убытки – 2 миллиона. Увеличение прибыли от продаж составили 4,9 миллиона. Это связано со снижением коммерческих расходов. Особенно транспортные расходы снизились почти в два раза. И уменьшились расходы на содержание магазинов за счет проведения оптимизации. В прошлом году на предприятии был расширен ассортимент товаров. В том числе на прилавках фирменных магазинов появился домашний холодец. Эксперимент оказался успешным. Новые виды продукции нашли своего потребителя, отметила Тамара Крицкая. Сегодня перед акционерным обществом стоят большие задачи, в том числе и социальные. Сегодня в магазине сети мясопродукты «Гурман» стартует акция для пенсионеров. С 9 до 12 часов действует 5% скидка на 7 видов продукции. Подъем окружного предприятия отметил и глава региона Игорь Кошин. Вот, замечательно, что закончили 2015 год с прибылью. Тем не менее, мы должны понимать, что мы должны все-таки по ценам как бы смотреть, да, потому что бесконечно увеличивать мы их не можем и не будем. Хорошо. Ладно? Вот. А то, что по ассортименту, то, что появляются новые виды продукции, которые особенно востребованы, конечно, здорово. Спасибо. В столице региона сегодня стартовал проект «Социальный магазин». В рамках акции пенсионеры округа могут получить 5% скидку на некоторые виды продуктов акционерного общества «Мясопродукты». Пока новый для региона механизм поддержки людей старшего поколения тестируют только в одной точке фирменной сети магазина «Гурман». Там льготы начали пользоваться уже с самого утра. Вместе с первыми покупателями в мясной лавке побывала и наша съемочная группа. Котлеты наринмарские из оленины, колбаса чайная, бандарская, северная, отрадная, фарш из оленины и полуфабрикат из оленины. На эти 7 видов продукции пенсионеры округа смогут получить 5% скидку в магазине «Гурман». В предкассовой зоне красочное объявление. Не заметить его сложно. Да и сами продавцы охотно рассказывают о новой социальной акции. Ее условия просты. Покажи пенсионное удостоверение, получи скидку. Конечно, если человек уже видно, что он по старости пожилой, там, то мы не требуем. Не стараемся, да. Постоянные. Мы их всех практически знаем. Мы работаем давно и как бы с людьми общаемся очень хорошо. Практически всех, да, так знаем. Если, конечно, подойдет человек молодой, незнакомый, но уже пенсионер, конечно, мы у него потребуем пенсионное удостоверение. Время акции ограничено с 9 утра до 12 часов дня. По словам старшего продавца Марии Кузнецовой, время самое подходящее. Пенсионеры, люди ранее и за покупками ходят практически всегда до обеда. Екатерина Григорьевна в «Гурмане» частый гость. Социальная акция стала приятной неожиданностью. У нас тут хоть дети ездят подкинут, а у кого-то никого нету. Знаете, как тяжело старым людям. А маленечко так, все-таки в кармане, правда? Ага. Поддержка хорошая. Спасибо. Кто такое придумал? Давно надо было так сделать. Проект «Социальный магазин» – это пример адресной поддержки людей старшего поколения. Реализован по поручению главы региона Игоря Кошина совместно с профильными ведомствами региона. Наша задача в тех сложных условиях экономических, которые оказалась сейчас вся наша страна, в первую очередь социально необеспеченные и незащищенные слои населения, чтобы имели возможность
приобретение товаров народного потребления, в первую очередь, это продовольственных товаров, по ценам ниже, чем которые существуют на розничном рынке. Сегодня в магазине «Гурман» стартовал лишь первый этап реализации проекта «Социальный магазин». К 1 августа акционерное общество «Мясопродукты» совместно с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты выпустит именные дисконтные карты для пенсионеров округа. Они позволят предоставить людям пожилого возраста более существенную скидку на отдельные группы товаров в магазинах фирменной сети «Мясопродукты». Напомню, купить продукцию наринмарских мясопродуктов сегодня с 5% скидкой пенсионеры могут в магазине «Гурман» на пересечении улиц Ленина и 60 лет СССР. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ненецкий округ стал победителем конкурса субсидий Министерства связи и массовых коммуникаций России. В качестве главного приза 20 миллионов рублей. Уже известно, на что округ потратит федеральные средства. Реорганизация продолжается. Школу и детский сад деревни Андик объединяют в одно учреждение. Ненецкий округ стал победителем конкурса субсидий Министерства связи и массовых коммуникаций России в 2016 году. Заявка нашего округа отмечена самым высоким баллом. Регион получит федеральное софинансирование в объеме 70% на реализацию двух проектов. Общая сумма субсидий составит 20 миллионов рублей. В рамках предоставляемой субсидии запланирована доработка информационной системы «Электронное образование». Кроме того, средства будут направлены на разработку механизма предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронной форме. Всего на конкурс от субъектов России поступило 59 заявок, 25 из них поддержаны министерством. Максимальный размер субсидий на финансирование одного проекта составляет 10 миллионов рублей. Общий объем средств, предусмотренных в 2016 году на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, составляет около 365 миллионов рублей. 72 миллиона рублей будут выделены из бюджета округа на субсидирование организации коммунальной сферы для возмещения разницы между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на коммунальные услуги, в частности, на отопление. Сумму сегодня согласовали на заседании администрации Ненецкого округа. 72 миллиона – это субсидии на деревянные дома до 99 года постройки. Это управляющие компании города и села в целом. Поэтому объем 72 миллиона не больше уровня прошлого года, где-то на уровне. Но, тем не менее, в бюджете заложено на данный вид субсидий 94,5%. Там не хватает порядка 4 миллионов до конца года. Поэтому это наша задача сейчас – думать, каким образом профинансировать эти расходы полностью. По словам руководителя Департамента финансов, эта субсидия не даст рост тарифов на тепло. Благодаря такой поддержке население платит меньше, чем фактическая стоимость единицы тепла. Школу и детский сад деревни Андик реорганизуют в одно учреждение. Смена правовой формы окружных организаций позволит оптимизировать использование бюджетных средств. Соответствующий законопроект обсудили на заседании предсессионного комитета собрания депутатов. Всего законодатели намереваются рассмотреть на сессии порядка 30 вопросов. Валентина Чибищик с подробностями. Сегодня в детском саду и школе деревни Андик получают образование 39 детей, 17 в детском саду, 22 в начальных и средних классах школы. Слияние двух организаций сократит расходы на содержание зданий и помещений. Помимо этого, будет сокращена ставка директора детского сада. Руководителю будет предложена другая должность. По ожидаемым целевым показателям повышения качества реализации образовательных услуг в малых сельских школах, улучшение материально-технического обеспечения, в том числе это обеспечение продуктами питания, методической учебной литературы, экономия бюджетных ассигнований Ненецкого автономного округа за счет сокращения штатной единицы составит 436,3 тысячи рублей. Также на мартовскую сессию вынесен вопрос о поддержке приемных родителей. Им предлагается выплачивать дополнительные средства на образование ребенка в течение 2-3 лет после усыновления. Одобрен комитетом к вынесению на сессию и проект закона об оплате труда работников государственных учреждений. Заработная плата выплачивается с учетом принципа обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от оплаты его труда или качества оказания государственных услуг. Часть дополняется абзацем, касающимся того, что показатели критерии эффективности труда работников государственных учреждений Ненецкого округа устанавливаются соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа. То есть данное полномочие от администрации передали исполнительным органам власти.
целом на сессию будут вынесены порядка 30 вопросов. О том, какие из них будут приняты, жители округа смогут следить в прямом эфире. 3 марта в 10 часов смотрите на телеканале «Север» прямую трансляцию с 21-й сессии собрания депутатов. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Ненецкая телерадиовещательная компания завершила акцию «Север» в НТВ+. Победители определили в прямом эфире радио «Север ФМ» и пригласили за подарком. Приемник НТВ+, нашел своего хозяина. Ненецкая телерадиовещательная компания завершила акцию «Север» в НТВ+, и вручила главный приз. Теперь у телеканала появился еще один преданный зритель. Добрый день, дорогие друзья! С вами Настя Максимова и долгожданный... Всем здравствуйте! Иван Шоу. Каждый будний день ведущие радио «Север ФМ» общаются с жителями города и округа в прямом эфире. На протяжении целого часа можно позвонить в студию и выразить ведущим свое мнение на актуальную тему. А еще стать участником всевозможных розыгрышей и конкурсов. В феврале на радио стартовала акция «Север в НТВ+.» Ее цель – еще раз напомнить о переходе вещания телеканала «Север» в пакет НТВ+. Чтобы стать ее участником, надо было позвонить по телефону прямого эфира и ответить на вопрос относительно работы телеканала «Север». Победителя определили путем лотереи во время прямого эфира. Давай, ты помешаешь. Чтобы все слышали. Вы не расстраивайтесь, вы обязательно потом по телеку посмотрите, как же это все происходило. Итак, сейчас, секундочку. Все, я нашла. Все, открывать? Ну, давай. Так, и... Ну, давай. И победителем становится Юлия, которая номер 12. Победителю немедленно позвонили и пригласили за подарком. Главный приз акции – сертификат на получение комплекта НТВ+. Телеканал «Север» и радио слушаю постоянно, регулярно. И очень рада призу, конечно же. И сейчас он куда отправится? В деревню Анди к родителям, потому что у них там только был Триколор ТВ. А чтобы продолжать смотреть телеканал «Север», сделаем такой подарок. Тем более, папа был юбилей на днях. НТВ+ всегда предлагает своим клиентам выгодные условия. Например, рассрочку на приобретение оборудования или обмен старого ресивера на новый. Так что смотрите телеканал «Север» и будьте в курсе событий. Валентина Чибичек, Антон Выдряков, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Далее информация от синоптиков.